На площади Каспийской имени Ленина состоялось по-настоящему теплое и радостное мероприятие – концерт, приуроченный Дню семьи, любви и верности. Воспитанники детской школы эстрадной песни города приготовили для горожан трогательную концертную программу. Открыли торжество воспитанницы вокальной группы с композицией «В семье». Отметим, что праздник семьи отмечается ежегодно 8 июля 2022 года и приурочен к православному празднику Дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. Символом праздника является цветок ромашка, цветок русских полей и лугов. В ней очень много лепестков, символизирующих большую и дружную семью. В этот знаменательный день особое внимание уделяется отношениям мамы и дочери, так как связь между ними – это самое ценное и важное, что должно быть в семье. В связи с этим на сцене с песней «Ты моя дочь» выступили Амина и Лаура Ибрагимовы. Ты моя, ты же лучше меня, ты красивее меня, я твердить не устану. С яркими номерами также выступили и педагоги детской школы эстрадной песни в лице Азеры Исмаиловой и других. Завершилось мероприятие исполнением самых теплых хитов последних лет, которые объединили жителей города и зарядили атмосферы этого чудесного праздника. Забываю посмотреть на звезды по ночам. Пара-пара человек могут стать одной вселенной. Нам-то, нам-то там надо любить и мечтать. И тебе стоит подчеркнуть, что в торжестве также принял участие хореографический ансамбль «Арс».